Ну, то, что такая национальная платежная система, которая сейчас разрабатывается, давно была нужна нашей стране, в этом уже никто не сомневается. А вот достигнет ли она тех же высот, что имеет сейчас Visa и MasterCard, об этом говорить пока рано. Но вот видите, у UnionPay есть кое-какие сдвиги, и в принципе, если развивать это направление, то возможно, чего-нибудь-то мы и какой-то кусок пирога и впоследствии лет через 10-20 отхватим. Вот. Буду ли я пользоваться? Ну, так заведу, конечно, карточку и нашей платежной системы только ради того, чтобы вот посмотреть, попробовать и понять, насколько это удобно по сравнению с этими гигантами финансовыми, как Visa и MasterCard. Не уверен, конечно, что в ближайшие годы ею можно будет расплачиваться где-нибудь, кроме как Москвы и Крыма. Вот, но надежда на то, что все будет хорошо, она присутствует.